Я считаю, что это гражданский долг мой, ну и вообще считаю, что это гражданский долг всех жителей нашей России. Я обязательно пойду, потому что я болею за нашу Россию. Я очень хочу, чтобы Россия наша жила хорошо, чтобы она процветала, ну и чтобы она была богатой страной. И самое главное, сильной страной.